На Восточной объездной дороге сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля. В ликвидации ДТП приняли участие спасатели МЧС. Авария произошла на расстоянии 1800 метров от Североморска. Тревожный звонок поступил на пульт Центра управления кризисных ситуаций. Специалисты выехали на место аварии, обеспечили деблокирование пострадавшего и безопасность на проезжей части, а также оказали психологическую помощь потерпевшим.